Еле дошла. Сейчас порубим эту корягу и домой. Маловато будет. Ничего, нам пока хватит. Мам, я сейчас. Куда, Емель? Что же вас, мужчин, все на подвиги тянет? Отец твой, теперь ты. Мам, а даже папа много подвигов совершил. Много, сынок, много. Больше, чем Тимирбек. А кто это? Батыр, который дракона победил и всех девушек спас. Бабушка рассказывала. Больше, сынок, больше. Значит, наш папа тоже герой. Конечно, самый настоящий. Здравствуй, Гюльхилу. Здравствуйте, здравствуйте. Гюльхилу Апай, не нам ли письмо от папы несете? Нет, Емель. Если придет, вы уж первым делом к нам приходите, ладно? Очень-очень прошу. Мама, а почему Гюльхилу Апай такая грустная? Устала она, сынок. С утра до вечера на ногах. Емель, вставай, детка, вставай. Вставай, вставай, вставай. Вставай, Соня. Емель, вставай, вставай. Мама, вставай, сынок. Бабушка приехала. Где? Сейчас зайдет, скорее умывайся, а я вещи занесу.
Кунбике. Кунбика. Сухарей насыпь побольше. Ну куда мне столько? Не тебе одной пригодится, не забывай. Бабушка, а ты надолго? Поживу некоторое время. Ура, а баурсак сделаешь? Баурсак сделаю, я ладушек напеку. А если у Мансура еще и мед остался, то и чак-чаком побалую. Оставь кунбика, я сама. Ты лучше собирайся. Времени немного осталось. Почему времени немного осталось? Емель, мне нужно уехать. По одному очень важному делу. Куда? В далекий город. А ты слушайся бабушку и во всем ей помогай. Мамочка, ты думаешь, я заплачу? Вот еще. Я не девчонка какая-нибудь. И вообще, я уже взрослый. И за домом пригляжу, и за бабушкой. Пора. Ничего не забыла? Теплые вещи, еда, кажется, ничего не забыла. Деньги хорошо спрятала? Да. Доченька, будь осторожна. Смотри вперед, оглядывайся назад. Недаром говорят, в дальнем пути человека найдет 40 бед. Будьте живы-здоровы. Бабушка, а что такое 40 бед? Не знать бы тебе ни одной, сынок. Емель, помоги ягнят в дом перенести. Боюсь замерзнуть в сарае. Ночью мороз будет. Конечно, бабушка, перенесу. И белого, и черного. Бабушка, а сколько ты рукавиц связала? О, сынок, разве ж теперь сосчитаешь? Армия-то у нас вон какая большая. Мама скоро приедет. Смотри, бабушка, одной щепочки не хватило. Дай-то Бог, чтобы так и случилось. Ну что ты наделал? Раз ягненок, два ягненок, черно-белый, белый-черный. Весело им вдвоем-то. А будь у тебя сестричка, любил бы ее? Очень бы любил. Вот прямо, вот больше всего на свете. Бабушка, я на улице. Иди, иди, неугомон. Только далеко не уходите. Да мы тут рядом. Принес. Идем. Сахар. Два раза. Без меня не вздумай лизать. Ты за кого меня держишь? Да я вообще могу без сахара прожить. До старости. Так, братец Хайдаров. Погоди. Как говорит председатель Агай, самое главное,
контроль. Учет и контроль. Да. Так. Сахары. Сухари. 15 штук. Эй, хозяева есть кто? Письмонос. Это письмо от отца. Спрячь. Я тут спускаюсь. Здравствуйте, Гюльхело Апай. От папы письмо. Здравствуй. Держи. Это же от папы, да? Емель. Кто приходил? Гюльхело Апай. Вот. От кого? Не знаю, бабушка. Вот беда. Как же нам это прочитать? Гюльхело Апай. Что тут написано? Мансур Бабай. Зайдем как Мансуру. Он вроде человек грамотный. Почитай, пожалуйста. Сердце у меня не на месте. Читай уже, умоляю. Вот ежели по-арабски было написано, это я, пожалуй, прочитал бы, а тут по-русски. Так что ж ты говорил, что читать умеешь? Так и умею, но по-арабски. Я русские буквы помню. Вот моя старушка, молодец. Если кто-нибудь мне их будет называть, я сложу их в слова. А кто их называть-то будет? Емель, сынок. Ты своей рукой мой палец води, как буквы написаны. Верно. Ну-ка, Емель. П. Р. И-Д-У. Пара-и-е-дау. Пара-я-дау. И что это значит? Я знаю, что надо делать. Я сбегаю в школу, там все умеют читать. Эй, Попов, сюда иди. Забыл, что по нашей улице без разрешения ходить нельзя. Да он язык проглотил. Язык проглотил, Попов. Я тебя спрашиваю, зачем по нашей улице ходишь? В школу иду. В школу? Слыхали, парни, в школу он идет. Тебе сколько лет, Пупок? 6. С половиной. А в 6 лет в школу не берут. Даже с половиной. Ну-ка, говори, что здесь выучиваешь. Мне в школу надо. Ладно, Пупок, будет тебе школа. Урок первый. Ну-ка, парни, подсобите. Урок второй. Захочешь третий урок выучить, приходи. Айда, парни. Thank you.
ранен ты! Эй! Эй, боец! Не рановато пугалом работать. Весна еще не началась. Кто тебя так? Никто. Сам. Ну, сам так сам. Тебя снять или повисишь еще? Лучше бы уж снять, конечно. Ладно, коли так. Яку погай. А вы читать умеете? А как же? Руссалама. И по-русски? Конечно. Руссалама яку полагаю. И по-русски могу. Прочитайте, пожалуйста. Это, наверное, от мамы моей. Она в далекий город уехала, давно уже. А так ты верно, Емель? Карима сын. 16-го приеду, вышите лошадь на станцию. Асеем у нас тогда кайтам тиген. Станция от тебя разгора. Асеем кайта. Мама приезжает. А 16-е это когда? Так завтра. Спасибо, Якубагай. Большущее спасибо. За лошадь не беспокойся. Пошлем за мамкой твоей. Емиль? О, Господи, никак не привыкну к вашим ставням. Что ж ты не спишь-то, сынок? А вдруг мама приедет? Ну что ты, сынок? Поезд утром на станцию приходит. Ложись уже. Бабулечка, а расскажи сказку про Тимирбека. В давние-давние времена жил-был батыр Тимирбек. Однажды на их страну напал дракон, у которого было тело змеи, и 12 человеческих голов. Дракон этот привел с собою несметное войско. Тимирбек с другими джигитами ушел защищать свою землю. А дома у Тимирбека осталась сестрица Гульнур с лицом как луна, с глазами как звезды. Однажды Гульнур с подругами пришла на озеро за водой. Вдруг налетела буря, и девушки попрятались в камышах. А когда все утихло, увидели девушки, что Гульнур пропала. Приехали. Ура! Где же этот валенок? Вот там мама моя. Мама вернулась. Мамочка моя. Родной мой. Ой, балам, балам. Глупенький. Родной мой. Кто же ты босиком на мороз выскочил?
Гына Ямиль. Вот, Ямиль. Мне не гынлен дал. Я привезла кайты. Тебе сестру. Мне? Сестру? А папасан? Правда, правда. Правда, правда. Оксана, Оксана, это Емель. Я рассказывала Оксану. Рассказывала. Улам. Сынок. Это Оксана. Это Оксана. Сестренка. Энгленба. Моя сестренка. Оксана. Красивое имя. Ни у кого такого нет. Ашыкма, балам, ашыкма. Не спеши, сынок. Оксана пока стесняется. Ей надо привыкнуть. Пошёл. Не спеши. Оксана, Олега, я идем. Садись. Садись. А почему Оксана молчит? Пусть скажет мне что-нибудь. Пусть скажет, брат. Ямиль. Емель. Оксана, там, откуда приехала Оксана, не говорят по-башкирски. Она научится. Вот ты какая, моя сестренка. Оксана. Не бойся. Пусть. Хочешь еще? Хочешь? На, кушай. Мама, а как мне столько каши помещается? Ты что же свою отдал? Мне не жалко, мама. Пусть ест. Изголодалась, бедняжка. В детдоме, говорят, жизнь совсем не сахар. Кто там так грохочет? Если 6-летний приезжает с дороги, 60-летний должен прийти повидаться с ним. Так учили нас старики. Здравствуй, сестра. Мансур агай, как же ты один-то такую тяжесть дотащил? А я не один, сестра, у меня все-таки жена имеется, а мы вдвоем-то еще ого-го. А то. Оксана. Это Оксана. А волосы мягкие, как шелк. И белый-белый, как лен. Красивое дитя. Пусть будет здорово и счастливо. Сестра, куда ставить будем? А вот рядом с Емельевой и поставим. Говорила я тебе, Мансур, проверь, прежде чем дарить. Это ничего, мать, сейчас поправим. Емель, сынок, у меня в чулане ящик с инструментами стоит. Понял, Мансур баба, я мигом. Спасибо, сынок, спасибо. Тут шуруп надо. А я говорю, на шип сажать. А клей, клей где взять? У тебя есть? А шуруп у тебя есть, умник? Хандехов джигиты разгалделись, как бабки на базаре. Аллах бабай, чем солнце на небо прикрепил? И чем же? Гвоздем золотым. А мы люди простые. Так что нам и гвозди положены, простые. Емель, сынок, подай-ка гвоздь. Ладно, я сам. Емель, принеси-ка дров. Колхозом выделила тебе Хиня, товарищ Хайдарова, дополнительный паёк под муки. Бер бот ум. Рахмат, Яхур Бабай, спасибо.
кап рахмат. Мына хилеш тол халкыны куда сылды рахмат. Аллах күзләр ясын Аллах. Қаранды хан атғалы, менің тегі тау ашындағы біз әнің тәртеленгенде, бала шығатын, не тұрып алай. Аша ұлтын, аша ұлтын, аша ұлтын. А мне мама сестренку привезла. Ничего себе. Маленькую. Как я? Это что же, она по дороге так выросла? Да нет же, она в далеком городе жила. Хочешь посмотреть? Не могу, брат. Мама шерсть мотает, а я держу. Марат, куда пропал паршивец? А ну, бегом домой. Ну все, пока. Как-нибудь зайду. Не бойся, это же я. Смотри, я Емель, а ты Оксана. Поняла? Скажи, я Оксана. Скажи, я, ты, дом. Это наш дом. 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 Стол. Ну скажи хоть что-нибудь. Оксана. Язык. Это язык. Покажи свой. У тебя есть язык? Что же мне с тобой делать, сестренка? Может, тебя покормить надо? А мам будешь? Хорошо, а мам будешь? Конечно, буду. Марат, вот моя сестренка. Здравствуй, Оксана. Я Марат, друг Емеля. А чего она молчит? Она еще не умеет по-нашему говорить, но я ее учу. Понятно. А давай на улицу пойдем. Там все наши собрались. Оксану с девчонками познакомим, у них куклы есть. Куклы. Понимаешь, куклы. Красивые. Да не ори так, пугаешь. Извини, я думал, что она так поймет. Ну как, идем? Мы пока дома посидим. Оксана еще не привыкла. Ну раз так, я пойду. Оксана, бери. Это все тебе. Бери. Играй. Это теперь твое.
Играй. А хочешь, я тебе свой ножик подарю. Хочешь? Она не вот какой острый. Зачем ты туда залезла, Оксана? Немцы. Там немцы. Немцы? Не могу. Это что такое? Немцы. Да откуда здесь немцы, сестричка? Пусть только попробуют сунуться. Я их всех на кусочки. Выходи, не бойся. Не бойся. Ну как вы тут, голубки мои? Емель, где Оксана, сынок? Вы уж не поссорились ли? Нет, мамочка, не поссорились. Она под лавку залезла, ставни хлопнули, а она почему-то испугалась. Оксана, испугалась. Громкие звуки и выстрелы напоминают. Ведь наш папа Оксану на войне нашел. А почему папа письма не пишет? Раньше часто писал, а теперь ни одного с начала зимы. Сынок, на фронте не всегда время есть письма писать. А может, почта не успевает. Помнишь, как Гульхил нам сразу 4 письма принесла? Пусть бы снова 4 письма принесла. А лучше 5. Пойдем к Даше Валай. Кушать будем. Ужинать. А я уж думал, ты про меня забыл. Занят был. Гляди, что нашел в папином сундуке. Ого, вот это да, настоящий. Шутишь? Еще какие? Да не размахивай ты так. А если Оксана твоя увидит? Да она дома сидит, носа не показывает. Все равно, давай уже скорее спрячем в тайник. Она наш сахар ест. Ах ты, а ну отдай. Дай. Держи ее, не пускай на лестницу. Пис. Оксана, иди сюда. Курхма. Не бойся. Тухта, стой. Котомку спрятал? Спрятал. Ловкая у тебя сестренка. Ты лучше скажи, что теперь делать будем. Твоя сестра наши припасы разорила, ты и скажи. Что теперь я виноват? Там поезд с пленными фашистами стоит. Побежали. Оксана. Ну и сиди ты со своей Оксаной. Оксана! Давай, быстро. Бежим. Там пленных немцев привезли. Нет.
Оксана, Оксана, сестричка, скучно же дома сидеть. Пожалуйста, миленькая, идем, а? Не, мистер, пленный. Немцы пленные, настоящие. Понимаешь? Я инде. Пожалуйста. Ну и ладно, раз такая вредная. Сиди дома. Поняла? Емель пошел. Оксана дома. Одна. Емель ушел. Это чтобы тепло не уходило. Понимаешь? Тепло. Тепло. Не передумала? Пойдешь? Тогда сиди дома и никуда не ходи. Поняла? Понятно. Совсем они не страшны. Вкусная-нибудь каша. Пошли. Жрет, да еще улыбается. Будет тебе хорошо, фашист. Ребята, бей гадов. За моего отца. Смерть фашистам. За папу. Хватит, стой, не надо. Сдохните. Хватит, стой, не надо. Не надо, стой. Хватит, не надо. Мансур, ты слышал? А? В Кумбике во дворе что-то разбилось, горит что-то. Сходи-ка. В Кумбике на работе, дети одни дома. Ох, детки. Видал, как я ему по башке попал? Так и хрустнуло. Нашел чем хвастаться. Эй, ты что, фашиста пожалел? Вот еще. Просто они же пленные. И никого уже не убьют. Не убьют? А теперь, значит, они не фашисты? А может, этот самый моего отца убил? Тебе это хорошо. У тебя отец живой, письма он пишет, сестренку тебе раздобыл.
Стой! Емель! Емель! Емелька. Емель, мальчишка! Емелька. Мальчишка где? Емелька! Емель ушел! Емель ушел! Ушел! О, Господи, Оксана, нам Сурбаба, где Емель? Емель! Дочка, не волнуйся, не было Емеля дома. Оксана говорит, ушел Емель. Ничего не болит? Испугалась. Вот понимаешь, какой хандахох. Вьюшку закрыли, а дрова не прогорели, вот и задымило весь дом. Чуть наша Оксана не того. Я так испугалась. Еще немного и на том свете очутилась бы. Все обошлось. Слава Богу. Мама, что случилось? Мамочка, я не хотел. Идем к нам. Мамочка, прости, я мамочка. Чаю попьем, а там и дом проветрится. Жалко, что Емель куда-то спрятался. От папы письмо пришло. Думала, вместе почитаем. Я здесь, мамочка, здесь. Дорогой мой сын Емель, пока я бью фашиста, ты главный единственный мужчина в доме. Защищай и береги маму и бабушку, и Оксану, зная, что слово твое крепкое и верное, как у настоящего батыра. С красноармейским приветом, Хайдаров Карим. Мама, можно я возьму его себе? Конечно, сынок. Мамочка, прости меня, я больше никогда, никогда не оставлю Оксану одну дома. Оксана, смотри, это девочки. Девочки, повтори. Девочки, я мальчик, а ты девочка. Я мальчик, ты девочка. Да нет же, наоборот. Девочка, ты, мальчик, я. Девочка, ты, мальчик, я. Наоборот. Марат, Емель, там такое, договори уже. Там с поезда фашист убежал. Стой, Марат, стой. Ну чего? Давай его сами поймаем. Кого? Фашиста. Я знаю, где его искать. За старым лесом что? Пещера. Он там спрячется. Верно тебе говорю. А мы с Оксаной пойдем в лес и поймаем фрица. Нам потом медали дадут, а тебе шиш без масла. Да, Оксана? Мы
несе керек. А как мы его ловить-то будем? Нитик-нитик. Как? Хандыхов. Хандыхов, скажем, как в кино. У меня и ножик есть. Есть охота? Мне тоже. Терпи. Ну и где этот немец? Куда мы идем? Ну все, мы потерялись. Нет тут никакого немца. Хватит ныть. Там тоже ныть будешь? Да кто другой? Совсем другой. Ну иди. Кто тебя держит? Куда теперь? Ищи следы. Вот это да. Ты мне, конечно, друг, только я туда не пойду. Ты пожи, сдавайся, Хендехов. Бубайка! Ну и гораздо уже вы бегать. Разве вы не немцы ищете? Да вас ищем, вас, а немца мы еще утром нашли. Ну, пошли домой. Груз. Ох, и попадет сейчас кому-то. Марат, а ну стой, паршивец, стой. Принимайте. Слава Богу, нашлись. Мама, прости, я больше не буду. А вот тебе, всем аулом тебя искали. Аллаха шукр. Слава Богу, все хорошо. Все хорошо, мамочка. Мы за деревню ходили, немного заблудились. А милиционер Агай нас нашел. Вот тебе, все деревни тебя искали. Председатель коня своего загнал, по всей округе вас выискивал. Оксана, идем. Спасибо вам большое. Ярай, вы бы присматривали за ним. Викшук малай. Больно шустрый мальчик. Идем-то чаю попьем. Желаешь, а то с утра крошки во рту не было. Несевалю воду. Корома слаганеця, а за неї ванко, як барвіна квиється. Галю моя, галю, дай води напиться. Ти така хороша, дай хоч подивиться. Дядьку, у мене мамку вбили, німці хату зламали, батько на війні, його теж вбили, і корову нашу викрали, і зірку нашу. Зовсім я одна, залишилась на світі.
Мама. Доброе утро, Эмиль. Доброе. Ты же по-нашему говоришь. Я слушала. Я училась. Скажи еще что-нибудь. Мама. Бабушка. Брат. Как красиво ты говоришь. Еще. Я хочу на улицу. Играть. Ура, ура! Оксана говорит. Ура! Ну-ка, повторяй. Зима ушла, весна пришла, утки и гуси прилетели. Это мой клад. Все это будет твоим, если ты поклянешься хранить тайну. Что такое тайна? Это то, чего никому нельзя говорить никогда. Военная тайна. Нет, ты поклянись. Скажи, клянусь, никому не говорить. А если скажу, пусть меня молния ударит прямо в лоб. Клянусь, никому не говорить. А если скажу, молния пусть ударит. Прямо в лоб. Прямо в лоб. Мы с Маратом на войну уходим. На фронт? На войну. Мы с Маратом поклялись пойти на фронт и помочь моему отцу. Разобьем фашистов и вместе домой вернемся. Нельзя на войну. Плохо. Не надо фронтка. Умирают все. Не надо сокровищ. Не ходи на войну. Молодец, не опоздал. Пошли, времени мало.
ехать, как думаешь? Ничего не надо. Неделю не меньше. Нам до комбома. А шаргага на это? Лишь бы еды хватило. Потерпи. На фронт приедем, нас там накормят. Солдат положено кормить. Да чего француз махал? Он в Москву пожаловал. Мы его потом прижали, в чисто поле побежал. Любезники, любезат, молодец, молодец. Марат, иди сюда. С какой целью попали на военный состав? Когда ехали? Куда ехали? Угаш. На войну. Ах, на войну! Так ведь война в другой стороне. А вы в Сибирь ехали, голубчики мои. Может, вы воришки или беспризорники, а? Или, может, шпионы? Фамилия и адрес скажем? Ну, ладно. Отправлю вас в спецприемник, там уж посмотрят, куда вас девать. А куда вас? В детдом. Поняли? Байборин! Байборин, отведи этих орлов. Кто сказал? В кутузку. Какую кутузку? Дети же, в ленинскую комнату. Есть. Идти. Пойдем. Товарищ Петрова, Юнусов на связи. Скажи-ка, в сводках там не попадали сведения из районов насчет мальчишек беглых? Ага. Ты уж там посмотри. Как что, так сразу докладывай. Мы не поедем в детдом. И домой не поедем. Раз решили на фронт, значит на фронт. Они сыт? Да как же. Абонанец. А вот так. Марат, гадамец. Бусты, бесполезно. Нас все равно поймают. Милиция только утром за нами придет. За ночь мы уже далеко уедем. Марат, ултырғыз келтер әлі. Марат, тащи стул. Метод. Держи. Все, считай, мы уже на свободе. Все, я пролез. Итак, не идет. Надо по-другому. Голова не пролазит. Марат, меня там. Я застрял. Марат, тащи меня. Тагама. Еще. Нагаур там. Больно, да? Дергай уже изо всех сил. Хватит, хрустнуло что-то. И что делать? Не знаю. Давай немного отдохнем. Субтитры сделал DimaTorzok.
Емель, ты живой? Не знаю. Милиционер Гайда. Зови дяденьку милиционера. Я больше не могу так стоять. Я хотела, чтобы ты увидел войну. У меня была еще одна мама. Только где-то далеко-далеко. Очень далеко. Она была тоже очень хорошая. А ее фашист убил. Вот что такое война. Когда станете взрослыми, у вас будут свои дети, вы им скажете, эти высокие яблони, ребята, мы сажали в год победы над фашистами. Это яблони победы. А почему мы 5 посадили? Одно дерево твое, второе Оксанина, третье для меня. Да, четвертое папина, а пятое? А пятое? Пятое? Сынок, узнай, что там стряслось. Война кончилась. Все. Война кончилась. Все, война кончилась. Победа! Победа! Я же говорил. Говорил. Гульхылу Апай, что случилось? Война кончилась. Все. Марат, война кончилась. Марат, война кончилась. Мама, война кончилась. Война кончилась. Все. Похоронок больше не будет. Война кончилась. Володя! С победой, с праздником! Иди, Емель, пока. Мама, почему ты плачешь? Ведь победа же. Сынок, это я от радости. Разве от радости плачут? Папа, наверное, очень скоро вернется, да? Не завтра. Я уже знаю, как война далеко. Но через 5 дней вернется? Кюнбике, идем к нам скорее. Я думал, что День Победы будет какой-то особенный. Прямо очень-очень особенный. А вокруг ничего не изменилось. Марат, сынок, иди сюда. Больше не будут стрелять, бомбить. Идите, принесите скамейки из школы. Страшно не будет. Ну, за победу. За победу. Председатель Агай сказал скамейки из школы тащить. Пошли! Рушан, ты что, не слышал? Война кончилась. Айда праздновать.
А ты что радуешься, Пупок? Как же не радоваться, если фашисты победили? А это вернет мне отца. А Марату? Или твоего? Мой отец скоро вернется. Не вернется. Никогда не вернется. Твоего отца убили. Да ну тебя. А ты спроси у мамки своей. Спроси. А я слышал, она с подружками говорила, что Карим ага убили. Когда он вашу Оксану спасал. Мама, скажи, что это неправда. Скажи, что Рушан врет. Ведь отец писал мне письма. Он же писал мне письма. Скажи, мама. Емель, сынок, стой! Сынок. Емель, сынок. Прости меня. Это я с зимой папины письма писала. Не было у меня сил сказать тебе правду. Мама, пусть Оксана обратно в детдом едет. Ты спрашивал, батыр ли наш отец? Только настоящий батыр может отдать свою жизнь, чтобы спасти другую. Только сестрой я ее больше звать не стану. Пусть будет просто Оксана. Что у вас стряслось, дочка? Емель узнал про Карима. Ой, Аллах. О, Господи. Целыми днями на крыше сидит, только ночевать спускается. Бедный мой. Емель, сынок. Где ж ты пропадал? А я вам гостинцев привезла. Детки мои, хочу вам одну сказку рассказать. В большом городе Ленинграде жили-были мама с двумя детьми. Мальчиком и девочкой. Они были умными и добрыми, прямо как вы, Емель и Оксана. Когда им исполнилось 7 лет, мама подарила им красные башмачки с кисточками. Детки берегли их и мечтали о том, как осенью пойдут в них в школу.
Но началась война, враг стал бомбить город. Много людей погибло. И пришлось этой семье уехать далеко-далеко. Поселились они в одном доме, одной бабушке. Так ты про своих жильцов рассказываешь, Галя Апай, Сашка и Оля. Знаю я их. Какая же это сказка? Не спеши, Эмиль. Так вот. Красная армия прогнала врага, освободила город Ленинград, вернулись мама с детками домой, а дома-то их и нет. Бомба в него попала. Жалко. Начали они разбирать обломки, а там башмачки их и нашлись, целые и невредимые. Значит, все-таки они в школу в башмачках пошли? Нет, сынок. Малы они им стали. Выросли дети. И кто теперь в школу в этих башмачках пойдет? Ямиль менен Оксана. Вот так вот, детки. И горе бывает, у кого в руку с радостью ходит. Кажется, у людей новые башмаки завелись. Новые, да. А мне не завидно, ни капельки. Я сапоги больше люблю. Вот это настоящий обувь для чугита. Народ, айда на речку плот строить. Я с вами. А вы, наверное, не пойдете. Чего это? Башмаки свои испачкать побоитесь. Нашел, чем пугать. Здравствуйте, люди с нижней улицы. Здравствуйте, люди с верхней улицы. Не гоже такому кораблю без капитана. Башмак, Оксана, твой башмак. Беги, беги. Он же плавать не умеет.
Взять, тот, жучка, взять. Тот, Махмай, тот. Мне, мне. На, держи. Отдай. Опа. Смотрите, кукурузник. Ты куда, в Уфу летишь? Не трогай его. Капут мне. Ну все, пупок, капут тебе. Откусила. Парни, ну-ка зададим мелюзге. Фу, пошла прочь. Сёма. Сёма, як ты тут опинився? Эй, хлопці! Руська говорить тебе! Айдарове, в этой деревне живу! Батько, батько, Соня. Батько, ти вірила. Сонечко, Сонечко, дитина моя, Клава. Я знайшов тебе, моя рідна. Я знайшов. Ох, яка ти стала. Я б не впізнав тебе. Моє серце, моє хороше. Серце. Ти ж мого отця. Він перший тебе згадав. Вона мене перша впізнала! Чуєте? А я вернувся. Села нашого, вважаю, нема, а хата стоїть розломана. Я як побачив це все, став просто ні рукою, ні ногою пошевелити не можу. Петро, мене... Петро вернувся в свою деревню? И увидел, что дом его разбит. Но я вошел. На печи что-то нашкрябано, а в очах туман, я не бачу ни черта, одне только слово разбрав. Дочь. А коли вже зрозумів, що там написано, прямо там і сів, як баришня, господи помогу. Это Карим. Карим мне написал. Да, я... Карим Янган Швейд. Я вот здесь переписал, чтобы не забыть. Вот. Ваша дочь жива. Башкирская ССР, село Сайраново, Айдарова, Кипите. Карим, да? Спасибо вам, люди добрые. За то, что самку мою приняли, обогрели, накормили. Спасибо вам большое. А вам, Кендыке, я все життя буду завдячувати. И мужа вашего всю жизнь буду помнить. И к самке передам внукам, правнукам до седьмого колена, чтоб пам'ятали, кому вони життям обязаны. Дякую вам. Дякую. 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 Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Емель, я бы хотела, чтобы мой батько стал тебе как отец.
Говорит, с тобой как брат и сестра. Да. Бери с собой. Как откроешь, сразу про меня вспомнишь. И ты про меня вспоминай. Я не хочу. Не хочу уезжать. Не плачь. Когда-то Петро Агай заново построит ваш дом. Ты приедешь, мне телеграмму дашь. Мы с мамой и бабушкой сядем в поезд и поедем к вам. Я маму вижу. Где? Это она, она. Мама, мама, мама. Вещи уложены. Можно ехать. Юлалда нам утрывала их. Присядем на дорожку. Пора. Дякую вам за все. Дякую вам. Дякую. До свидания, дочка. Оксана, не забывай нас. Приезжайте в гости. Приезжайте. Мы будем прощаться. До свидания, прощайте. Спасибо. Прощай, Оксана. Будьте здоровы! Стой, стой.
Подождите, Оксана, стойте. Оксана, нет, сам в лесу соберу. Спасибо. Прощай, Оксана. Будь здорова. Не сердись за башмачки. Не сержусь. Петро, батька Оксана, спасибо тебе, родной товарищ. Кіндики, знаєте, що вас тепер є дім в Україні. Ей, малий, Еміль, головне, будь здоровий, добре? Оксана, я тебе люблю. Мій дегенератор. І я тебе люблю, доченька. Бандовна. Еміль, Оксана. Опоздаем, 10 минут до поїзда осталось. Середній час, час. Не плачь, сестренка, мы ведь скоро увидимся. И будем всю жизнь друг к другу в гости ездить. Я народиться Маласин, я зову Каримов. Добре, Петро, добре! А что не тоді за сам Каспова, ты слышишь? Прощайте, родные! Вот и улетела птичка моя перелетная. Радость нашего дома улетела. Как же улетела? Она теперь всегда будет с нами.